Блин, карта конченая опять. Типа за что? За что меня вот так вот хотят вот уничтожить? О. О. Душим Клодетту. Быстро, быстро, быстро. Да ладно! Какаха просто, как она успела только! Боже, это просто, это все, это тильт. Это тильт. Она не должна была успевать вообще никак. Пытался нащупать, так сказать. И два генщика дают. Какая неприятная ситуация. Хорошо, я тебя задушу. Ты что думаешь, не задушу, что ли? Я тебя поддушу. Да ладно. Сейчас еще палеточку сломаем, ничего страшного. Нет палета, найс. Не должен успеть вообще никак. Да ты гонишь! Они везде у него на подсейве! Окей. И с этим, еще и с перком, короче, чтобы я генчики не видел. Капец, жесткие ребята попались. Убегают все в разные стороны, к сожалению.
хорошо, дружок. Так, повесик сюда. Откатик. Идем вешать Клоду. Я думал, он снимет. Клоду душим. Ну, неплохо мы сливались в итоге, ребята. Сама спрыг там был у Адама. Да-да-да. Не, ну, они неплохо начали. Они очень хорошо начали. Я думал, я сейчас горю. Типа, это все, финалочка. Адам, наверное, восстановился, его сейчас стоит поднять. Она туда побежала, а он туда. Неплохо они, короче, в разные стороны пошли. Я бы даже сказал, очень хорошо. Ну вот тут ошибочка, друг. Устойчивость, хорошо. Погоня просто сама такая, а я не буду. Я не хочу, я отказываюсь. Хорошо. Чё, на подсейве никого, ребятки? Никого? Ну давай. Сюда. Один гинчиком осталось. А, они еще и разные чинили. Они пытались вывести, кстати. Под конец поняли, что обосрались с тем, что слишком много прикалывались. И все, и сейчас пытаются вывести. Но, ребятки, уже поздновато, честное слово. Уже поздновато. Где у нас тут? Давай, давай, по кровяке тебя найду. Вон он, ну пойдем. У него еще может быть стоячок, конечно, у Адама, но... Ладно. Заберем тогда эту. Наконец-то погоня началась. Прыгай в окошко. Ой, сильно. Она сейчас еще одно это окно закроет, все. Не, все, не пошла. Ой, молодец. Но тут все как бы. На этом закончили.
Ну как они сейвят? У него еще может быть стоячок, конечно, у Адама, но... Ля ты, сушка! Я так и знал! Я же говорил, у него будет стоячок! Но он в выигрыше сейчас по времени. В огромном выигрыше. Эй, давай, ладно. Орешек еще может быть. Хорошо. В подвальчик понесем. Интересно, где люк? Полкарты он пробежал. Если люк сейчас будет где-то здесь, это вообще смех. Потому что он отсюда убежал. Ой. Красота. Просто красота. Как пек называется? Остаточное проявление.